Армысызы, қазақ елім, я хочу сделать обращение к нашим властям. Я, Саркулов Бауыржан Мырзагалиевич, гражданин Республики Казахстан, обращаюсь к нашей многоуважаемой, доблестной власти, в кавычках. Сегодня 40 дней, как ушел от нас, от казахстанцев, Дулат Агадил. Он ушел не по своей воле, и кто ему помог, наши власти прекрасно знают. Дулат Агадил остался жить в наших сердцах как батыр, как борец за справедливость, как человек с большой буквы, научивший нас жить без страха, научивший говорить правду в глаза нашей власти. Дулат помог нам, казахстанцам, вспомнить о чести и бесстрашии. Дулат Агадил – один из тех батыров, который разбудил нас от многолетнего сна, помог нам отойти от иллюзий, от той никчемной жизни, которую вы нам навязали, и продолжаете нам врать, манипулировать, навязывая нам, народу, состояние страха, состояние рабства, состояние безысходности. Дулат покинул наш мир достойно, не испугавшись угроз от вас и приняв удар на себя. Дулат, брат, я клянусь, твое начатое дело мы доведем до победного конца. Наша родина Казахстан будет очищена от этой прогнившей продажной власти. Эти нелюди, что отняли у тебя жизнь, будут наказаны по закону. Дулат жил, Дулат жив, Дулат будет жить. Алға Қазақстан, алға Көше партия!